Три отряда идут к мэру города .Таун по совместительству руководителю театра студия Артему Сергееву за заветной подписью, которая позволит юным предпринимателям открыть свое дело. Подпись – награда за выполненные задания. Так начинается один из дней смены детского лагеря «Точка». Ее тема нынче – финансовая грамотность. Брали со всех подписи, чтобы пойти к мэру города и взять у него самую главную подпись и строиться на бизнес. Ребята учатся не только зарабатывать и правильно тратить деньги, но и получают первые знания по предпринимательству, знакомятся с объектами и терминами сферы городской инфраструктуры. Бизнес-тренерами у нас называются вожатые. Мы адаптировали, так сказать, название профессии в лагере под нашу тематику смены. Мы продвигаем предпринимательство, бизнес и рассказываем ребятам про предприятие, которое можно открыть у нас в городе и в целом вообще в России. В рамках реализации театрального образовательного кластера «Точкин дом», поддержанного президентским фондом культурных инициатив и регионального социокультурного проекта «Первая театральная школа «Точка», профильные смены в этом году театр-студия организует на двух площадках. Сейчас работает лагерь в Точкином доме на улице Мельникова, а с середины июля смена откроется и на базе Первой театральной школы по улице Горького. Мы пробовали разные варианты их совмещения. Самый оптимальный стал – это театрально-творческая смена, в которой в первую очередь мы не загружаем ребят театральным творчеством, познанием актерского мастерства, а именно балансируем между творческой составляющей, это все, что связано с их досугом, это все, что связано с придумыванием номеров, концертов, и театральное. Это прикладные направления, такие как швейное, художественное и производственное, это медиа имеется в виду, и актерское мастерство, сценическая речь, пластик. Все это находится на определенном балансе, и в этом году мы пошли на эксперимент, мы позволили ребятам выбирать самим. Ребята сами выбирают, быть звездой сцены или бойцом невидимого театрального фронта. Благо, условия для того, чтобы шить костюмы и мастерить реквизит, есть. С помощью фонда президентских грантов были созданы театральные творческие мастерские «Точка плюс», где творят не только дети, но и их родители. Стать участником лагеря может любой желающий в возрасте от 6,5 до 16 лет. По словам Артема Сергеева, те, кто был в лагере в предыдущие годы, приходят снова, приводят друзей. Кроме того, по итогам прошлогодней смены сформировалась целая группа воспитанников театра-студии. Ребята в возрасте до 10 лет после прохождения такой лагерной смены, они могут стать участниками студии при театре и заниматься. Ребята старше 10 лет попадают автоматически на зачисление в первый класс театральной школы. Обучение длится 5 лет, но тут уже по выбору родителей самого ребенка. То есть мы предоставляем возможность. Они уже принимают решение. 11 июня во Дворце культуры «Электрон» «Точка» провела отчетный концерт «Станция какая», который не только закрыл театральный сезон, но и стал шагом на пути к новому, 10-му, юбилейному.